Сегодня 27 июля, соя, сорт Prudence. Достаточно приятный такой посев, чистый. Здесь был почвенный препарат гамбит, прометрин. И классическая схема Базогран плюс Хармони, но также еще противозлаковый препарат более позднюю фазу вносился. А соя достаточно выглядит здоровой. Норма высева здесь 600 тысяч. Уже сформировались бобики в нижнем, в среднем, местами даже в верхнем ярусе. По болезням обычно соя, даже если болеет, то если посев достаточно такой продуваемый, то особо это никак не влияет на урожайность. Я думаю, что это связано больше с тем, что вегетативной массы сои просто хватает сформировать именно тот урожай, который она закладывает. А закладывает она его на основании питания. Если погода складывается, я думаю, что вегетативная масса работает на полную. Если не складывается, то наполовину. Поэтому иногда пятнышки или потеря листьев в нижнем, и бывает в среднем ярусе, никак не сказывается на урожайность. Хотя, может быть, на сортах более длинных по вегетации, или в условиях достаточного увлажнения, конечно, применение фунгицида обязательно, потому что в этом случае можно не получить максимально возможный урожай. А так соя достаточно устойчива к болезням. Верно, спорос появляется, но появляется именно когда проходит дождь, когда загущенный посев, когда посев не продувается. Но как только налаживается погода, так сразу все становится на свои места. Соя опять начинает зеленеть. Если не доцвела, цвести. Если уже отцвела, то есть наливаться или просто расти. То есть вот так на сегодняшний день соя сорт Prudence выглядит. Prudence сорт, он достаточно стабильный. Почему стабильный? В чем выражена его стабильность? Я думаю, что больше это в вегетационном периоде. То есть, как правило, этого вегетационного периода сои хватает на то, чтобы сформировать те же там 20 центнеров, допустим, что в засуху, что в относительно влажный период. Потому что когда влаги не хватает, проваливаются более сорта с более длинным вегетационным периодом. А когда с влагой, влаги достаточно, Prudence просто успевает созреть. А сорт с более длительным вегетационным периодом продолжает расти, развиваться, и дает более высокий урожай. Но опять же, есть сорта, которые сильно не выделяются, даже если они более длинные по вегетации. Возникает вопрос, зачем их сеять. Поэтому по сое все неоднозначно. Нужно подбирать сорта, нужно искать урожайность, потому что поднять ее, наверное, сложно в рамках какого-то одного сорта, но подобрать с более высокой урожайностью сорт, думаю, можно. Тем более
селекция на данный момент не стоит на месте, развивается и принимает все климатические условия во внимание. Думаю, что есть сорта, но они даже не думаю, а они есть, которые более урожайные. И не нужно, допустим, сорту более длительного периода, потому что все же вегетативные массы сои достаточно, чтобы сформировать достаточно высокий урожай. И иногда мне кажется, что соя просто не использует этот листовой аппарат, ну, из-за того, что генетически это просто не заложено в ней. Даже тот же Prudence может дать и 30 центнеров, но и как бы есть мифы о том, что он дает и больше. И я думаю, что дает действительно, но так складываются условия, так складываются условия, потому что здесь нужна стабильность. Будет стабильность, значит сорт, ну, стабильно высокий, дает, если сорт дает стабильно высокий урожай, значит так оно и есть. Но Prudence неприхотливый и стабильный. Пускай не дает рекордный урожай, но зато с ним без штанов не останешься. Если вдруг какой-то будет катаклизм